Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1340, события дня. Псалом 119:6. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне. Курсором приостанавливайте, краткая остановка, и считать можно. И второе обращение сделали. Что событие? Ночью прошел дождь. Утром ехать, проверять надо, как там сети наши. Сергей из деревни выехать не может. Дорогу расквасило, а у него одна ведущая. Не поедем. Я говорю, нет, давай поедем. До первого мостика доедем, а дальше не будем с дамбы спускаться. Дамба, дорогу хотели проводить. Трасса уже насыпана, ничего нету. Так и сделали. А лодку понесли Володе Сереже. Побыли там, всего 27 карасиков поймалось. Нормально все. Тоже засняли. Тут своя работа, суббота. Везде все. Земля размокла, никуда не поехали. Володя баню топить вскоре начал. Готовится к богослужению. Вечерняя была, сходили на исповедь. Приехала Елена, Алена, и вчера с ней поговорили о ее обращении. Тоже будет ролик. Договариваемся, в понедельник будет преображение, чтобы хотя бы один раз завести бредень и рыбы дать всем. Вот так-то и все можно сказать. Вот. Мой мир, система такая, Mail.ru, мне оно очень нравится. Вот.
Елена зашла прочитать, Душенковская. Что она тут пишет? «Благодарю за вашу заботу о спасении людских душ. Вы всегда в моей молитве. Пусть Господь вас бережет на многие и благие лета». Платочки, приятно так. Юрий Соболев, сходу смотрю. А там бывает плохо. «Благодарю». Вот Василий Иванов пишет. Вот. Но не верю я, что Господь автоматически соглашается со всеми решениями Синода. Интересно, что-то тут показывает. Я не открываю, потому что вижу, лица человека нету, икона. И друзья принять такого не могу. Он может и хороший, но очень опасаюсь. Открываешь, а там вирусов куча. Ну, дальше у нас есть православный форум. Так я не показал здесь, как она выглядит. Вот. Мой мир. Вот он как. Есть где я с голубем, но там это просто запасной. Вот это не знаю, как убрать. Комбикорм. Директ. Ничего здесь нигде нету. Геймеры. Игры. То ли сама система это выставляет. Форум вот такой хороший очень. И вот видео. Православный видеоканал. 39 тысяч подписчиков, 39 миллионов просмотров, 16 400 роликов. Сегодня выставил сколько? Видишь, как вот все. Ну и очень большая у нас есть платформа, православный библейский сайт. Очень богатый. Самое главное, 4124 ответа по вопросам. Ну вот события прошлого дня.